Однажды мы со всей группы весной готовились к экзамену, и, как обычно, надо было много чего учить, и мы сделали маленький перерыв. И через некоторое время наша староста говорит: давайте вернемся к нашим баранам. И тут у меня возник такой вопрос. Мы же в университете, откуда у нас бараны и с каких пор они нашими? Вернемся к нашим баранам. Вернуться к основной теме разговора после отступления. Так мы говорим, когда отошли от основной темы и начали рассуждать о чем-то постороннем, к делу не относящемуся. Этот фразеологизм пришел в русский язык из Древнего Рима через Францию. Есть рассказ о том, как фермер продавал шкуры баранов и так увлекся спором, что забыл, с чего начал. Мы используем эту фразу, когда хотим напомнить о цели разговора. И я бы сказала, на нашем языке это бы звучало так. Нарджуль сахих.